Вас вітає незалежний волонтерський канал «Діаспора.UA». Ми об'єднуємо світ для України і українців світу. Наш сьогодні гість, Ярослав Романчук. Вітаю вас, пане Ярослав. Вітаю слава Україні. Героям слава. Пане Ярослав, як завжди, вас дуже багато виходить е, кожного тижня цікавих статей. Я буквально не встигаю все опрацьовувати, але мені здається, що дуже от, власне цікава тема у вас виникла, яку ви дуже гарно подали. Ми, ми тут говоримо про те, як Ми думаємо про те, як Україну будемо розбудовувати після війни, як Україну треба підтримувати зараз. І, власне, напевно, ваша стаття про, от, про на, на, податкові власне, проблеми, як це краще все подавати, і ви навіть їх. поєднали з Лі Страс, тому що є якісь паралелі, як що вона робила, що вона не так робила, що вона робила так, і як для цього можна Україні якісь уроки з того витягнути. Будь ласка, пане Ярослав, я знаю, що та статья очень дуже цікава, і ви завжди дуже так популярно, гарно пояснювати, можете, що глядачам буде цікаво. Так, дякую. Ну, а на самом деле, состояние экономики – это не только налоги. Вот. І тут я бы просто в контексте поставил, і в началі прив бы такой аргумент с баскетбола. Есть в баскетболе такое понятие triple-double. Это когда три показателя по там, значению двузначные цифры. Вот, в баскетболе это одно, а в экономике triple-double это действительно очень тревожно, если сказать, вообще пограничное состояние целого ряда очень важных экономических проблем. Во-первых, это безработица 35-40%. Это очень-очень критическое состояние рынка труда. Это в условиях, когда почти 7 миллионов украинцев являются беженцами. И есть еще внутренне перемещенные порядка 3,5-4 миллионов. Это очень-очень сложное состояние. Второй показатель – это под 30% инфляция. Тоже второй Параметр, который говорит, что на самом деле экономика очень серьезно больна. И, как мы знаем, это все благодаря в том числе работе, работе Национального банка, который ну, во время, особенно вот первые 6-7 месяцев, активно вбрасывал денежную массу, увеличивал его, и это, конечно же, давило на цены. И третий показатель, который вот стал известен после того, как правительство приняло закон о бюджете, это дефицит бюджета. И это тоже тот дабл, который вызывает очень серьезное опасение. Это дефицит бюджета под 25% ВВП. Любой человек, который знаком с экономической наукой, с экономической политикой, он понимает, насколько вот эти три параметра в таком состоянии опасны для украинской экономики. Поэтому я говорю, что вот 22 год, мало того, что у нас есть агрессор, у нас есть нацист, который разрушает нашу территорию, убивает наших людей, наших героев. Мы с ним боремся. И дай Бог счастья, здоровья ВСУ, чтобы они прогнали врага с нашей территории. Тут более-менее, как бы, я надеюсь, все профессионально и хорошо. Хотя у меня информации нету, я не профессионал. А вот с точки зрения экономической политики, это как раз тот самый фронт, то самое как бы проявление управленческих талантов и знаний экономики, которая обязана просто помогать нашим, нашей ВСУ, нашему, нашей армии. И здесь большое, огромное количество проблем, они накапливаются каждый месяц, и, к сожалению, Украина не перешла в режим экономики военного времени. Старые механизмы, которые не работали даже до войны, восстановлены. И, по сути дела, когда государственные расходы составляют почти 75% ВВП, это параметры 2022 года, можно сказать, что происходит восстановление значит, режима военного коммунизма, как ни парадоксально. И вот это вот тот парадокс, который отдельно надо следует сказать, что победа и сила вооруженных сил, в большой степени зависит от силы духа самих украинцев, которые в гражданском обществе, в теробороне, в большие, -большие как бы, потоки ручейки сливаются, обеспечивают наших солдат всем необходимым. Децентрализованно, народно, без никакого там приказа. Потому что страна, мы ее защищаем, это наше будущее, это наши дети, это наша борьба за свободу. А вот в экономике происходит происходит прямо противоположное явление, когда нас вот то, что мы видим в, от, от правительства, то, что мы видим от Национального Банка, от Министерства Финансов, от Верховной Рады, это о государствлении. Это больше государства в топливно-энергетическом секторе, больше государства, оно занимается национализацией, и самое обидное, самое страшное, что оно еще умудряется увеличивать налоги. И вот тот э, уникальное украинское явление, которое происходит буквально вот когда мы с вами разговариваем, это о Острейший конфликт бизнес-сообщества с правительством относительно такого явления, которое американцы точно не понимают, потому что у них такого налога нету. но это блокировка накладных НДС. Это когда инвойсы, которые значит, ты платишь за товары, они блокируются, потому что якобы не уплачено НДС. На самом деле это просто идет издевательство над бизнесом. Явление настолько стало распространенным, что и под вот на негатив от него или под это явление, под блокировки попали э, каждый второй украинский бизнес. Каждый второй. То есть получается, что изнутри запущен такая диверсионная операция, которая Разрушает бизнесы, делает невозможным легальную работу, разрушает рабочие места, делает невозможным наполнение бюджета. И самое главное, люди, которые с открытым сердцем, открытой душой хотят помогать фронту, хотят помогать и тем людям, которые пострадали от войны, не имеют жилья и помогают это, они ну, хотя бы должны почувствовать поддержку со стороны властей, но вместо поддержки они получают вот такое форменное издевательство. Причем... Я перепрошую, эти изменения сталися буквально буквально десь теперь же, это, это, то есть это были механизмы но они не были такими массовыми но когда вот они начали то есть в условиях войны когда нету оборотного капитала когда нету кредитования когда нету э, привычного для украинского бизнеса рынка взбыта когда невозможно работать значит когда у тебя постоянно отключают свет какие-то постоянно тревоги это ненормально это не э, мирная работа это работа в условиях там высоче высочезных рисков и в этих условиях когда э, налоговая занимается вот таким саботажем экономической деятельности ну это не иначе как э, пятая колонна изнутри страны о чем собственно сам бизнес кричит и бьет во все колокола Последняя буквально неделю я встречаюсь с многими предпринимателями и большими и маленькими и даже дошло до тех кто никогда не испытывал этих проблем и когда маленькая э, накладная блокируется по сути дела ты лишаешься возможности нормальной деятельности и вот когда это знаете как снежный ком сначала он э, катился и в него он не был таким опасен но вот сегодня это размер половина экономики вопрос обсуждается на уровне премьер-министра ворсов обсуждается на уровне офиса президента но это значит это настолько большая проблема что нужно сегодня уже экстренные какие-то решения которые должны приниматься верховная рада без Uh, господин uh, товарищ Гитманцев, который uh, является... А олицетворение марксизма, большевизма в украинской экономике является сторонником такого подхода. Причем самое интересное, что он пишет во всех там социальных сетях своих, в Телеграме, указывает личный телефон для того, чтобы можно было разрулить эти проблемы. Вы представляете, то есть на 100 тысяч работ проблем, которые сегодня там есть, да, телефон одного Гетманцева, председателя Комитета Верховной Рады. Я представляю, если бы такое было в Америке, такого чиновника, ну, сразу бы обвинили в коррупции, в некомпетентности, просто прогнали бы его с позором, потому что это показывает, насколько неадекватными являются действия должностного лица для, в условиях создавшейся ситуации. Но самое Ярослав, я, не... я прошу, вы так это подаете, буквально мне мороз по шкире выступает. Это есть сейчас на, ну, на виду всех наших масс-медиа, про это говорят, про это говорят только одиницы, вот такие люди, как як вы, которые не боятся про это Сказати, що відбувається взагалі? Це йде якийсь саботаж, чи це йде просто примітивна безграмотність? Чи люди просто в паніці не знають, як допомогти українській економіці під час війни? Чи це щось ну, що це як, як це пояснити? А... Это комплекс, это, знаете, такой целедбаул uh, проблем или uh, причин. Во-первых, люди, которые сегодня uh, возглавляют экономический блок, они симпатизируют марксистскому, большевистскому подходу к экономической политике. Это было известно до войны, и когда после войны, вот я в, в апреле месяца предложил программу экономики военного времени для того, чтобы максимально упростить возможность работе производителям товаров и услуг, для того, чтобы люди Украинский бизнес мог беспрепятственно сохранять хотя бы какой-то уровень рабочих мест, создавать дополнительное, создавать то, что необходимо для фронта, для людей, чтобы, собственно, вот тот народный дух предпринимательства, который вот э, является частью силы э, Украины как воюющей страны, он трансформировался в том числе в силу и экономической, э, экономического потенциала. Но, к сожалению, вот э, после первого там, двух месяцев там, растерянности органов власти, Прежде всего, правительство Верховной Рады марксисты восстановили свои позиции и они, в том числе с соизволения и с рекомендаций международных организаций, включая МВФ, сказали, что нет, мы не рекомендуем вам снижать налоги, менять налоговую систему, потому что э, это не, привед... не к добру приведет. Так вот, это слепое исследование вот этим рекомендациям, вот, и этому марксистскому духу, типа, нужно государствовать, ужесточать, и привело к этому коллапсу, который мы наблюдаем. Буквально, Два дня назад были опубликованы результаты опроса украинского бизнеса. Есть такая авантергрупп, который возглавляет Андрей Лигач. Вот Полное исследование будет опубликовано, по-моему, завтра или послезавтра. И там он четко показал, что проблема блокировки налоговых накладных НДС касается более половины украинского бизнеса. Это привело к тому, что плательщиков НДС стало по разным подсчетам от 35 до 50 тысяч компаний компании меньше, представляете, какой объем, да, и вместо поддержки, да, вместо, вот когда мы говорим с одной стороны, вот 35-40% безработица, кто будет создавать рабочие места, обеспечивать источником дохода вот этих людей? Чиновники за счет чего? Откуда они возьмут деньги? И самое страшное в этой ситуации, когда мы смотрим на принятый бюджет на 2023 год и смотрим, что происходит с бюджетом 2022 года, то мы опять-таки мы видим гигантские разрывы между доходами и расходами, причем вот тот доход, который есть, он сформирован меньше, чем наполовину за счет налога, все остальное это внешняя помощь, другие источники финансирования. То есть это самое время сегодня было бы радикально поменять налоговую систему, чтобы собрать больше денег, чем сегодня собирается. Но, к сожалению, вот эта социалистическая большевистская группа, которая возглавляет экономический блок правительства, она не идет ни на какие диалоги, она рад Радуется тому, что оно делает. И более того, он обвиняет во всем сам бизнес. Мол, ай-яй-яй, надо же платить во время а, войны налоги. Но что делает бизнес? Украинский бизнес в этом уже преуспел. Он... Уходит в тень. Уход в тень это не потому, что он не патриотичен, а потому, что единственный способ выжить, сохранить те самые рабочие места и оставить деньги для фронта это работать без вне этой законной легальной налоговой системы. Это каждый человек тебе может сказать. И люди, которые занимаются вот такого рода э, там, параллельной экономикой, скажем так, да, они это делают не из-за того, что они там не хотят поддерживать э, государственное там. Какие-то мероприятия платить налоги на пенсионеров, а потому что они видят, насколько бездарно тратятся деньги. Опять, пару цифр приведу. В 2021 году, вот до войны, размер органов расходов органов госуправления был около 82 миллиардов долларов. 82 миллиарда долларов. На этот год с учетом всех расходов, это будет почти 98 миллиардов долларов. Это как воюющая сторона, страна может позволить себе такие, такие траты. Откуда деньги? Причем самое опасное, самое страшное, что как в 2023 году, так и в этом году на, вооруж, на вооруженном... Пропало светло в пана Ярослава, але мы в полевых умовах, чи в фронтовых умовах продолжаем нашу да, дискуссию, да, да. и мы вас уважно слушаем, пана Ярослав. Я только хочу, тут користуючись момент, Паралелі, які страшні, виходять. Ми тут говоримо про відродження приводу марксизму і комунізму в Штатах. Ну це Скажімо іде з політичної сфери переходить також в економічно. А ви мені розповідаєте, що в Україні, в нашій незалежній, чудовій, прогресивній Україні зараз ходить. Привид марксизму і скажем, комунізму в сфері економіки на вищому рівні як це взагалі може бути про що ми У мене якась дежаву з уроків марксизму мого в інституті що це таке як па пани Оксана, я вам хочу расстроить что призрак коммунизма или марксизма из України никогда не уходил і вот те отношения к собственности, отношения к предпринимательству, отношения к бизнесу они были практически у всех предпринимателей, у всех, как бы предыдущих правительств. Тут, собственно, ничего не сделаешь. Поэтому, опять-таки, то, что мы видим во время войны еще больше усугубляет положение. Потому что здесь мы видим, что э, нет понимания того, что необходимо сокращать ненужные расходы. Расходы на армию 20-25 миллиардов, а общие расходы подчеркивают под, под 100 миллиардов. Это как может быть? Куда долларов? Вы такие долларов доллары, Долларов, долларов, долларов. А откуда они берутся? Долларов. Вот, вот, и тут мы говорим, что вот э, львиную долю, большую часть э, денег дает э, Запад и американцы, и Европейский Союз, но они требуют э, адекватной реакции со стороны э, украинского правительства, чтобы они тоже понимали, что это же нужно делать в устойчивом режиме и в том же числе в 20. То есть опять таки подчеркиваю параметр 75% ВВП год расходы это социалистическая а государственная экономика и я считаю что это грубая теоретическая ошибка когда в условиях войны украинцы показали свою силу через э, добровольность через э, создание горизонтальных структур через добровольное участие в армейских э, подразделениях и э, Проектах. И то же самое нужно было бы дать свободу украинскому предпринимательству, чтобы обеспечить именно такой же эффект. А государство, когда оно все забрало, и топливный рынок, и э, финансовый рынок, и все что угодно, то есть когда 75% для малого бизнеса, там, для частного бизнеса не остается практически места. Вот. И в этой ситуации э, вот на уровне Верховной Рады, на уровне правительства, нету практически ничего никакой э, системной оппозиции такому вот подходу, потому что диалога нету, потому что люди, которые занимаются выработкой экономической политики, они э, юристы, менеджеры, кто угодно, только не люди, с, с которые могут профессионально оценивать разные экономические э, программы, особенно программу при таких тяжелых обстоятельствах. Поэтому здесь опять таки есть вина и международных организаций, которые по э, вот таком знаете вот у меня параллель как и байден нато помогает украине в сфере э, ведения войны помогают как там с чуть-чуть да так и э, в экономике Международный валютный фонд оон э, Европейская комиссия, они не предлагают системных решений для того, чтобы сам украинский бизнес, предприниматели могли создавать рабочие места, могли производить товары и э, груз налогообложения сделать таким, чтобы он не мешал и предпринимательству, и одновременно людям. Потому что люди должны заботиться о себе, а когда тебя блокируют деятельность, штрафуют за какие-то мелкие нарушения, потому что у тебя вот как сейчас у меня пропал свет, это просто действительно диверсия, иначе это не назовешь. За это первый раз. Я вот манекенс такий... Я навіть не знаю, що сказати, тому що ми ми шукаємо оптимізму, ми шукаємо позитивних якихось новин. І тут, от ви мені намалювали таку картину, що я б хотіла, щоб нас почула вся Україна. Я б хотіла, щоб от, попросити навіть наших слухачів зараз це відео є надважливим, тому що про це треба говорити. Якісь мають прийматися міри, щось має відбуватися, і це є непропустимо, що під час війни. Ми мали ще таку проблему, фактично, як ви це пояснили, марксисти в нас керують економікою. Це є просто дивно. І тут ви мені ще назвали ім'я Лі Страс, Чи тут ми можемо чогось навчитися в них? Як вона? Да, это как раз Пример того, как, почему Листрас, предложив какие-то хорошие вроде бы решения для Британии, она ушла в отставку. Есть тоже в Украине была, есть такая группа людей, которая заявила про проведение налоговой реформы. Действительно, правильно было бы согласиться, что налоговая нагрузка в Украине очень плохая, очень высокая, администрирование налогов еще хуже, и поэтому не необходимо упрощать существенно налоги. Они предложили налоги 10, 10, 10. Это 10 налог на прибыль, 10 налог на заработную плату, 10 НДС. То есть это такое решение, но для того, чтобы оно сработало, необходимо было предложить бюджет под сокращение налогов. То есть ответственные политики, ответственные экономисты понимают, что fiscal policy состоит из двух равноважных частей. Первая это доходная часть, вторая это расходная часть. Что, что сделала Листрус? Она сказала, что мы сокращаем налоги, но мы оставляем высокие расходы. Естественно, это безответственная позиция, потому что у тебя растет дефицит бюджета, откуда ты будешь брать деньги на финансирование возросших или таких же расходов, когда ты снижаешь доходную часть бюджета. То же самое было с попыткой реформировать налоговую систему, под которой вроде бы подписался зам главы администрации, подписалось э, Министерство экономики. Но как только было вот озвучено вот это, только лозунг, да, без расчета второй части быстро э, марксисты и сторонники военного коммунизма заблокировали данное предложение сказали ну это было просто такое безответственный треп вот и поэтому я как э, человек науки, экономической науки вот предложение которые были сформированы мною в программе военной экономики Украины, а также в программе Украина-Новый Запад, есть четкий расчет и доходной части бюджета, и расходной части бюджета. Причем те решения, которые позволяют ликвидировать проблему блокировки НДС вот накладных, ликвидировать то налоговое бремя, которое есть сегодня, убрать полностью э, налоговую службу контроля, которая существует сегодня, она по сути дела является разрушительной элемента всей экономики и раскрепостить самое главное вот народный характер украинского предпринимательства. Но, к сожалению, опять таки, э, сколь нибудь значимого интереса для э, со стороны органов власти Украины мое предложение, наше предложение не возымели, и поэтому вот знаете такой вот э, легковесность какая-то. Кто-то выходит с каким-то предложением, озвучивает его, потом другие его как бы критикуют сбивают, и это превращается в какой-то такой нескончаемый поток, вот склок, драки. А по сути дела мы имеем ситуацию, когда с каждый месяц украинской легальной экономики уходит все больше и больше бизнесов. Причем те, которые долго-долго работали, столкнулись с системой которые не они виноваты, а государство виноваты, потому что оно настаивает на таком режиме сбора налогов, на этих налогах, а потом, когда э, вот нету просто понимания, во что это выливается, они обвиняют во всем бизнес, а наши западные партнеры наблюдают за этим и вместо того, чтобы опять-таки рассмотреть другую какую-то альтернативу, они говорят там своим э, визави, министерство экономики, министерство финансов, министерство налогов, там правительству, не, не, не снижайте налоги. То есть налоговая система очевидным образом не работает, разбалансированность бюджета огромная, они все равно настаивают на том, чтобы старая налоговая довоенная система сохранялась. Я считаю, что это непрофессиональность и некомпетентность со стороны международного сообщества. Это еще одна параллель мне выникает сейчас, потому что у нас тут нечто давно Понад 80 тисяч нових податківців, і то озброєних податківців взяли на роботу, і на них будуть йти, які розходи. І, і це, це, це звучить взагалі. Тобто в нас навіть мілітаризується наша податкова система, і пояснити це я досі не можу. І, напевно, ніхто половина Америки пояснити цього не може. І чи не з, не з таких от ініціатив беруть власне, приклад. Наші українські марксисти, от я досі не можу цього фрази усвідомити. Українські марксисти керують економікою нашої країни під час війни з фашистською Росією. Це просто якийсь нонсенс. Ну але тим не менше, маємо те, що маємо. Будемо будемо це розповсюджувати. Про це треба говорити. Про це треба кричати, волати. Пані Оксана, я вам розкажу ще дві цифри, які дуже важливі для розуміння налогової нагрузки, налогової системи і в Америці, і в. Украине, вот недавно вышел доклад от известной американской организации, называется Thousand Commandments 10 тысяч поправок, mm -hmm. и там оценивается регуляторная нагрузка на американскую экономику, которая только на федеральном уровне составляет порядка 9 процентов ВВП. 9 процентов ВВП это почти 2 триллиона долларов. Добавим сюда регуляторную нагрузку на уровне штата и local communities, county, да. И получим порядка 11% ВВП это регуляторная нагрузка, которая есть в Америке. То есть, если мы добавляем к расходам органов госуправления Америки около 40%, вот эту цифру мы получаем, что размер государства в Америке составляет почти 52% ВВП. 52%. Это и есть социализация экономики. В Украине, если мы возьмем... Такой же расчет, то получается так. Органы госуправления тратят порядка 43%, добавляем сюда регуляторную нагрузку 17% ВВП, транзакционные издержки 5%, и получаем 65% экономики Украины. Это государственная экономика. Это, грубо говоря, номенклатурно-силовое хозяйство. Вот почему последние 11 лет, 2011, 2014 2021 среднегодовые темпы э, измен динамики ВВП Украины были минус 0,5% за последние 10 лет. Вот результат того, что украинцы, в Украине нет экономической свободы. Напоминаю, что по экономической свободе Украина занимает 126 место в мире. Ось, таким урок дестал экономики и... Політики, і політекономії від нашого пана Ярослава. Я перший раз не знаю, що сказати. Це, це треба переварити, це треба усвідомити. І я принаймні, маю надію, що щось зрушиться. Хтось почує вас і хтось щось зробить, тому що якісь важелі мають задіятися зараз, тому що це країна буде летіти в прірву. Це ж це ж неприпустимо. Когда же понимаете, И... пани Оксана, последняя цифра, чтобы наши уважаемые да. зрители понимали. В этом году падение экономики около 35-40% ВВП. То есть, представляете, экономика Украины в 2021 году была 200 миллиардов долларов. В этом году она будет меньше 130, да. И в следующем году, если не э, верить э, очень оптимистичным не, э, прогнозам правительства, она может быть и даже около 100 миллиардов долларов, то есть меньше половины, если мы опять-таки не изменим системно-экономическую политику и не раскрепостим предпринимательство. И не выжимаем тех марксистов. Так, 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 так. так. І не, не візьмемо до уваги, що в нас є в Україні абсолютно адекватні люди, розумні, прогресивні. Ось, наприклад, я хочу вас бачити дочетним до, до, до чищення тих конюшень і до принаймні, до якогось вирівнювання тої ситуації, тому що це, це є дійсно дуже драматично. Пане Ярослав, я ще хочу крутеньке питання задати. Я вас як представляю завжди. Я кажу, що ви є поляк по крові, українець по духу. Так. І патріот наших двох країн, от ваш коротенький такий апдейт, Я знаю, що я, я сама прочитала масу польської польських новин. Але, от остання новина сьогодні зранку я почула, що польська прокуратура відмовила українцям взяти участь у власне розслідуванні того, як вони кажуть, інциденту, який не є інцидентом відносно тих двох. Про яких вже не говорять дві, а говорять чомусь про одну тих бомб, які впали на польську територію. Що відбувається? Чому Україну не допускають? Це є ознака того, що там щось не так, як нам подають. Я, честно говоря, считаю, что это как раз тот, то событие, да, на, мягко так назовем его, в которое обязательно должна участвовать Украина, потому что это идет война, мы воюем с Россией, Польша – это НАТО, Польша, безусловно, связана обязательствами с НАТО, с Америкой. И вот то, что сказал Байден, там буквально там, не прошло и суток после этого, этой трагедии, да, говорит о том, что вместо фактов, вместо объективного расследования мы сталкиваемся с какой-то политической целесообразностью. Разностью. Причем она явно не идет от Польши, а идет, скорее всего, от Америки, от Байдена. И я считаю, что вот э, должна быть трехсторонняя минимум комиссия для того, чтобы это расследовать, потому что это такой же кейс, который был в MH17. Это такой так. же кейс, как был в Смоленске, когда сбили самолет с польской элитой в Катыни. Это нужно очень тщательно, объективно, а не так, как мы это видим. Поэтому я думаю, что польское руководство, польская общественность, понимая всю важность вот этого, этой трагедии, конечно же, пересмотрит, тем более мы слышали Владимира Зеленского, который сказал, что я верю своим генералам, я верю своим, и мы рассчитываем на объективное расследование. Если там не будет представлена Украина, то выводы, вот какие бы ни были этой комиссии, не будут такими валидными и не будут способствовать сохранению высочайшего уникального уровня доверия между Украиной и Польши, и, опять-таки, между всеми нашими западными партнерами. Поэтому я думаю, что обязательно нужно всем нам призывать к тому, чтобы это были минимум трехсторонние комиссии для того, чтобы все страны, все стороны были вовлечены. И потом другое дело уже, если, например, я услышу от Зеленского, я услышу от, от соответствующих представителей Украины, что да, мы согласны с выводами данной комиссии, тогда я в это поверю. До сих пор для меня вопрос остается открытым. Так, тому що дуже багато інформації гуляє навіть інтернетом. Люди виставляють оці ці координати Києва, Львова і власне цього то, того, то, тої точки, де влучила ця бомба. Там ну це не може бути співпадінням. Там напевно якісь були просто помилки, і, і це сталося однозначно зі сторони Росії. І те, що не допускають Україну до розслідування, не не дають навіть можливість дати наші якісь докази. Это однозначно говорить про те, что що там что-то тому що потому что, если бы все было открыто. Да, я да. думаю, что поляки, зная положение и позицию Дуды и руководство Польши, они ну, доказали свою приверженность украинским идеалам, и они друзья. Поэтому очевидно, что здесь есть третья сторона, и третья сторона это только руководство Америки. Вот здесь, наверное, здесь и кроется, наверное, элемент, который нужно четко прояснить, почему вот э, это событие э, не подлежит просто ну, расследованию трех сторон, которые вовлечены в это были. А то, что в этом виновата Россия, ну, у меня никаких сомнений просто нет. Я просто сподіваюся, что дух поляков, я впевнена, что, напевно, каждый поляк понимает, что происходит, каждый поляк бурлит. Отой дух непокори напевно має привести до чогось, і я думаю, що ми почуємо голос Польщі і голос багатьох поляків, і це напевно допоможе вплинути. Ну, принаймні, на, на якусь також на той же ж баланс, який мав би бути від самого початку, так, тому що так, так, ми знаємо однозначно, коли є брехня, її треба е, закрити, скрити. Тоді, от виникає ситуація, яку ми бачимо сьогодні. Сподіваємося, що ми не будемо чекати 8 років, як чекала Гага на оцей MH17 інцидент. Тому що це в традиціях європейського розслідування, і я сподіваюся, що щось зміниться буквально в найближчі дні чи, чи навіть найближчу добу. Uh -huh. Дякую, пане Ярослав. Це було дуже цікаво. Це на диво, дуже це не цікаво. була сьогодні така легка розмова. Розмова була дуже важка, драматична. Але я вам дуже вдячна за ту інформацію, тому що ви дійсно відкрили очі для нас. Тому що це є, це є річ, про яку мовчати не можна. Я вам дуже дякую. Діаспора е, поширювати наші відео, особливо це відео, тому що воно є дуже інформативним. Мені тут якусь інформацію подали О, про Росію і Nuclear Power Plant. Ну, ми маємо свіжі новини, які подають, що Росія знову зробила якісь дуже неприємні, як вони будуть називати, інциденти. Але ми сподіваємося, що ми будемо мати нові якісь новини буквально от сьогодні, завтра, і ми будемо отримати руку на пульсі. Дякую, пане Ярославу. З вами була Діаспора UA, Оксана Давиде, Ярослав Романчук. Всіх благ. Слава Україні. Героям слава!